Итак, товарищи, въезжаем в село Безымино. Сейчас я вам покажу, что творится в нашем селе. Вот табличка на выезде Безымино. Поехали дальше. Одни собаки. Сейчас я вам буду показывать, что творится у нас в селе. Как нас защищают. Вот мы въезжаем. Смотрите, товарищи. Смотрите, что творится. Смотрите, вот одни собаки бегают. Пустыня, пустыня. Пустыня, выжженное село. Хатынь отдыхает. Ребята, хатынь отдыхает. Каждый день жгут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались мы, людей выжили, села остались единицы. Вот печка одна осталась. Вот смотрите, смотрите, как в хатыне. Вот люди жили. Одни собаки, по улице не проедешь. Люди отпускали собак, чтоб с голоду не сдохли. Вот они нападают сейчас на людей. Кому не нужно. Власти в селе. Власти в селе нет. Мародеры ездят. Милиция к нам не приезжает. Делай, что хочу. Это наша власть. Вот так вот, смотрите, что творится. Вот я еду по улице. Улицы нет. Все. Все горит синим пламенем. Люди как могут тушат. Это все бесполезно. Вот смотрите, смотрите, что с нами делают. Вот смотрите. Все. Демонстратирую. Света нет. Газ дали. Трансформатор разбит. Света нет. Вот смотрите, что сегодня. Сегодня сколько домов спалили. Палят безнаказанно. Просто тупо летят. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют, как будто у себя дома. Смотрите, что творится. Вот, смотрите. Вот еще дом горит. Свежий. Вот, осталось. Окна еще целы. А вот сгорел полностью. Гараж. Вот такие вот дела, товарищи. Вот, сейчас я вам покажу, как пылает следующий дом. Вот, смотрите, что творится. Вот, разрушенный стоит. Фронтон ударил. Люди еще здесь есть. Посмотрите. Смотрите, вот сидит человек. Остался без дома, без жилья. Вот, горит. Горит дом. Жили люди. Все, вот, разбили. Тоже люди жили. Этот вот пропустили. Ну, завтра его спалят. Не, в угол он ударили. Ударили. Вот дрон лежит, который врезал. Вот такие вот дела у нас. Вот тоже крыши нет. Вот дом сгорел. Смотрите, какой же был дом. Все, остались одни стены. Вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. О, как. Ну вот, пока, ребята.